Вы соскучились по PvP, по командной игре и по веселым видосам по арку? Тогда канал Kemerovo Tribe именно для вас. Канал только начал развиваться и видео выходят нечасто, но хорошая мотивация и поддержка зрителей придаст им больше сил в создании роликов. Лично я подписался основным каналом на них, так как мне по душе такой формат. Подпишись и ты, чтобы не пропустить следующие видео. Ссылка на канал будет в описании. И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же с модом Ark Eternal, все так же на сервере Eternal 15X. Конечно же, PvE. Что произошло? Да ни черта не произошло, я сразу же решил снять, пока у меня такой азарт и все в таком духе. Единственное только, что седла на прайм и на альфа делаются именно альфа. Ну, как обычное седло, просто Dino Heart требует Dino Сердце. И помните тот зелененький шарик, да, который был? Я уже понял, что это за шарик, это вот так вот, правой кнопочкой мышки жмем, так опаньки, и зеленый шарик выпускается. То есть, по-простому говоря, это шарик, как у этого, как у паучихи. Он выпускает его. Ну, кстати, неудобно очень, весь экран красный, это очень крайне неудобно. Вот, обычный аллозавр, точнее, Eternal аллозавр, он обычное седло юзает, так что с ним проблем нету. Вот, ну и, собственно, погнали, я хочу уже либо сдохнуть, либо притомить его. В общем, я загорелся этой безумной идеей попробовать оглушить Доминуса. По-простому говоря, в том же самом Google документе от самого разработчика я увидел одно альфа слэш, то есть черточка по диагонали, Доминус, то есть томятся они одинаково. Праймит, все дела, короче, и без лишних заморочек. Вот, я загорелся, я уже не могу терпеть и ждать. И, собственно, единственное, о чем я сейчас думаю, это только попробовать притомить дракона. Да ты пошел в жопу! Так. Ну, собственно, не получится показать вам, насколько это эффективное средство. Вот так-то убивать. Да. Ну, что поделать, лавову голему тоже есть смысл убивать. С него падает такой вполне неплохой дроп. А самое главное, даже Poison Trike'ом можно убивать его. Так как он не оглушается таким способом. А это означает, что я получу с него такой же дроп, как и положено. Так, надо что-то сделать звук в наушниках потише, так как что-то слишком прям уж глушит меня. По дамагу. Офигеть! Убрал цифры дамага, все нормально. Да ладно. Тупо из-за цифр дамага лагает. А вот это уже смешно. Да смешного, смешно. О, а вот это поприкольнее. Еще и серп. Давай вот так вот. Так, а вот у тебя на последний слот. О, шапка хороший. В общем, порой полезно их поубивать. О, дайноблад. Отлично. Это то, что мне уже нужно. Так, ну давай добудем. В общем, честно, не ожидал, что будет настолько все тяжко. Ёпарас, это вы посмотрите, как кирка получше уже и сразу же дамажит как надо. Так, ну-ка, что у нас здесь? Гигантозавр, ну это все фигня лажная. И спать. Ой. Ну, перестарался чутка. Чутка малость перестарался, бывает. Ой, перестарался. Ну, тоже чутка перестарался, бывает. Ладно. Зацепил случайно, называется.
Погнали искать уже дракона. Будем пробовать, как говорится, как укротить дракона, если вообще получится его укротить. Но опять-таки же, я верю разработчику, его личный, его Google документу. Я думаю, это ж не просто так. Кстати, вот эти вот бегемоты, бехемот, как мне, бехемот, если не ошибаюсь, так и говорится, или бехемот. Бегемот, я думаю. Ну, бегемот, простому говоря. Вот эти бегемоты, они томятся, как обычные динозавры. То есть, допустим, вот бегемот Бронто, он томится, как обычный Бронто. Не больше и не меньше. Ну, что ты лезешь-то, господи. 600 левел, эх, жалко даже. Ну, ладно, погнали дальше. Куда свалился дракончик? Барашка. Самка. Без рогов. Куда свалился дракончик? Черт побери, мне что сейчас? Птера брать, что ли, для поисков? Я вообще-то рассчитывал сразу тебя найти. Или он дальше вниз упал? Не, ну это... Вот он! Лично. Дамаг бы увидеть, сколько ты наносишь, вообще было бы зачетно. Торпорчик бы в тебе увидеть, сколько. 2 ляма хп, я думаю, мне не хватит. Но я одно могу сказать. Мой вклад будет очень силен в это безумное предприятие. Иди сюда. Да, у него нет торпора. А какого фига тогда у разработчика было написано, что у него есть торпор? Ёб твою ж налево. Единственный у меня шанс выжить. Сейчас я вам покажу. 24 тысячи. Нехило дамажит, нехило. Смотрите, мой единственный шанс выжить. Получится, не получится. О, переагрился. Стоять, 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 стоять! Хилки! Странное говно! Пошел в жопу! Как я... Куда я хилки выложил? Какого фигу, у меня хилок с собой нету? Господи, как вы тут все задымили? Да посторонись! Посторонись. Ё-моё, вот гараж фиг зайдешь. Куда я хилки сунул? Куда я их все скинул? Я офигею. Как дураку повезло, а? Как дураку реально повезло. Я вообще рассчитывал на то, что он просто вырулит и вывалится за край, но он... Не вывалился. Ладно, ну ладно, что поделать. Ой, не та кнопочка. Ну что ты в натуре, прям так. Ладно, раз не получилось. Что сделать то, что задумал. У меня появилась другая совершенно мысль. Раз не получилось приручить дракона, будем делать кое-что другое. Сейчас только найду цветочки. Ну вот они, хилочки. Хилочки мои, хилочки. Так, с хилочки. Ну да, цветочком же делать с хилочки. Ну, создание. Вот они. Много хилок не бывает. Ладно, включусь, когда все подготовлю. Ну что, в общем... Адзаком рассказал мне, а я считаю, что нужно рассказать вам. Кстати, да, нашел хилки, хилки были в птере, блин. Что рассказать про такой маленький, про такую маленькую экономию крови динозавров. Вот так вот будет более правильно сказано. А именно, куда я трачу всю кровь динозавров в основном? В основном трачу на седатив. Седатив требует крови динозавра, да твою ж дивизию ж. И в этом вся маленькая проблема. То, что добыть ее не так уж и легко. Ну, было. Сейчас-то уже полегче, так как у меня есть
то, кем добывать, и, как видите, уже один Dino Lad у меня в вполне нормальном количестве. Но до этого было сложно. Да и сейчас, как бы, тоже бегать, все дела, это не камильфо. Что же он мне рассказал? Рассказал он мне следующее. На болоте есть змеи. Зеленые, такие противные. Торпор накидывают. Так вот, если этих змей убивать, то дают они седатив. Тот самый седатив, который мне и нужен. А еще здесь бегают параматери. О, юный параматерь. Твою матерь. Через трубу покажет что-нибудь? Нет, не показывает. Ах, твою ж мать. Ну, давай посмотрим. Нет, я тут пытался увеличительное стекло взять, не проканало. Ладно, погнали дальше. Может, проканает и получится убить. У-у-у! С оглушением здесь вообще все легко и просто. Его дофига. Немножечко подзачистим. О, токен дали! Здорово. Так, что у меня еще? Токен. Отлично. Здорово, я бы даже так сказал. Ну, торпорчик, если что, смогу снять. Куча говна. О, седатив поушен. Она просто так дропается, если вздыхает. Прикольно. Ой, да ладно, альфа мамонт седло. Здорово. Вот, блад, и седатив поушен. Так что есть смысл побегать по болоту немножечко. Так, погнали. Да ладно, их там две, я не хочу. Две, сразу не хочу. Не-не-не-не-не. Да хорош, срать, ты меня уже достал. Супостат долбанный. Ну хорошо, супостатка. Срет. Ну, все из-за того, что здоровечко. Немножечко отняли. Или уж сразу же двоих затащить. Че, хилки-то у меня есть, так что я думаю, затащу. Сейчас только дамаг все вкачаю. Немножечко в скорость передвижения, чтобы было полегче бегать. Ну что, погнали. Устроим всем нагиб. 86 500. Ну, вполне неплохо. Меня это вполне даже устраивает, я бы так сказал. В плане дамага. Димарфадон огрёбся, мимо пролетая. Торпорчик-то нехило накидывает мне, я смотрю. Но я выживу. Я успею их завалить, прежде чем они что-то мне сделают. Так, отлично, одна готова. А вот и змейка валяется. Раздербанили змейку. Отлично. Так, что тут? О-о-о, по торпору-то все нормально. Мега-нервы долбанные. Вот детский чутка исчез, ладно. Ну, слази, да слази, твою говна кусок. Долбанные провисоны, долбанные пролаги, они мне все это раздражают. Так. Первая добыча. И вторая добыча, отлично. О, regeneration повышен. Неплохо. И снова токены. Все это мне пригодится когда-нибудь в этой жизни. Так, что тут у нас? Вот на экспо. Неплохо крови. И все просто здорово. Так, ну и дабы ты козел, козлина. В общем, чтобы ты не серила так сильно. Вот на здоровье немножечко захаваем. Я хочу змейку завалить. Я вообще ищу змейку. А нашел только паучих. Много паучих. Кстати,
плавает Альфа вообще просто басяво быстро. Мне нравится. Твою мать, твою мать, твою мать! О, 29 тысяч вообще затащу. Не, я хочу эту завалить. Змейку. Я вообще пришел сюда змеек валить. Седатив, наркотик, все дела. Но я понял, что седативку я получу и без этого. Благодаря большому количеству Дайноблада. О, змейка! Вот и седатив. Да, как я и думал, она просто-напросто добавляется тогда, когда... А, так, давай вот это вот заюзаем, и вот это вот заюзаем. Она просто добавляется тогда, когда... сдохнет змейка. То есть, по сути, даже я могу просто, пролетая мимо, над болотом... змейку убивают, а я получаю седативку. Все вполне даже здорово. Ну и я бы даже так сказал, приемлемо. Так. Говно. Ничего серьезного нету. Ну, хорошо, погнали здесь посмотрим. Да, походу сразу же все автоматически залуталось. В какой-то веке. Так, что у нас дальше? Ну давай, двигайся. Конечно, урон это здорово. Это просто здоровский урон, и меня, я бы даже так сказал, все устраивает. О! Уже что ли максимум вкачалось? Ёк, макарёк, как это быстро-то бывает. Я же еще недавно тебя только приручил, уже ты максимально вкачалась. Как они быстро растут. Ну, в целом, неплохо. Что я могу еще сказать? Очень даже неплохо. Ёпрос, а ты, твою мать, взлетела-то? Нет! О, прикол. Ну, теперь вы знаете, как они попадают на эти скалы. Черт побери, даже смешно становится. Это безумие. Так, скорость набрать, это, конечно, да. Да, ну что, погнали здесь кого-нибудь чуть понагибаем. Ёпрст, вот это я понимаю скорость, я просто тащу. Так, Раптор. Этернал Раптор. Блин, кстати, мне аж Этернал Раптор тоже будет нужен. Хм, да уж, бывает. Да ладно, он был дрящевого левела на своем, так. Так, что тут у нас? Я шапочку я видел, я выбил. Дерьмовая шапочка сравнительно. Такс. Вот так вот я бы даже так сказал, сравнительно ничего интересного. Ты чьих будешь? Юный. Прикольно. Сидит. А чё, генцы, они типа сидят? Первый раз вижу, чтобы дикий кецарь куатль просто так сидел. Да, я думал, даже генцы, они летают. Но на то они, видать, и генцы, чтобы ползать. А, как вы думаете, стоит напасть на того дракончика и попробовать Доминуса запалить? Я думаю, стоит. Так что погнали. Завершим начатое. О! Прайм Раптор. Ну, хорош. Да это твою ж мать, а! Да что ж ты за человек-то такой? Ух! За животное, я бы даже так сказал, такое нехорошее. Нехорошенькие дамажат, я вам так скажу. Так, понеслась.
Да уж. Что-то я даже очканул. И... О! Стоять. Кого я вижу? Ты прикалываешься? Lightning Raptor? Ой, тьфу. Lightning Rex. Вот этого я точно не видел ни разу. Да, к каннибализму ты не страдаешь, я вижу. Ну, по сути, он просто оглушенный. Твою мать! Ну, нифига себе. Нифига себе. Вот этого я не ожидал. Я не знал, что такая фигня. Типа, ударяешь по нему, и если фон зацепляет тебя, то ты слезаешь. Пока твой птер в шоковом состоянии. О, еще поушены. Другие, другого цвета. Это что у нас? Тайни, смал, медиум и где-то тут желтенький лардж. Вот. Такой вот тоже желто-зеленый. Да уж. Офигенно. Честно, даже как-то очково нападать теперь на дракона. После того, как, так сказать, после того, что я повидал, очково стало. Фу. У меня идея. Если сейчас получится запустить видосик, где я увижу количество у дракона, то все будет здорово. Хм. Получилось запустить видос, который я снимаю прямо сейчас. И в целом я увидел, что у него 3 миллиона 200 тысяч почти. И это уже... О, Мантис, это меня уже хоть как-то обрадовало. Я уже посчитал, это мне надо 25 раз ударить. Всех валить. И честно, с одной стороны, это, конечно, прикольно, а с другой стороны, как-то, ну, не очень. Так как он по мне тоже ударит нехило раз, а еще подождет. Но у меня есть преимущество в том, что я смогу отхиляться. Где лапки? Вот они. Я... Дрейк, да ладно. Я смогу отхиляться. Потами. Да. Дрейк. Вот тебя-то я не хотел даже близко увидеть. Так, вы и что я тут имею? А то, что это все все равно лучше, чем у меня. Точнее, у меня лучше, чем здесь все это дело. Так. Immortal. О, окей. Будет здорово. Все, скидываем. Погоди! А, нет, это где вы у меня? А, я уж думал, у меня этот вкачался. 123! Да ладно, я апнулся до конца. О, да, у меня теперь максимальный левел. Отлично. Я типа рад. Давай, 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 давай. Зомби Виверн. Отлично. Зомби Поушен Виверн. Но тип только это нужно. Поушен, господи. Пой, тёрн. Ну, типа это, ядовитый. О, Грин Кристалл. Прикольно. Подожди-ка, Грин Кристалл. А, ну да. Обычный Грин Кристалл. Да уж, как-то быстро. Фух, ну ладно. Ну что, погнали. Что уж терять и ждать, да ладно, ты уже здесь. 160-й, я на другого-то рассчитывал. Ну да, и бог с ним. Так, где у меня поты? Поты у меня здесь. Самое главное, седатив мне перепутать что-то. Или это будет последнее, что я заюзаю. Да уж. Ладно, не очкуем, только вперед. Еее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 ee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 e
как я и рассчитывал, дамаг, все нормально. Плюс у меня получилось задамажить его тогда, когда он был отвлеченный. Все просто здорово, все просто здорово. Он не сможет меня убить, несмотря на тот огромный дамаг, который он мне наносит. Все просто замечательно. Оу, ес! Смерть драконам! Ух, нельзя притомить. Значит, можно убить. Фух, отлично. Честно, очковал жутько. Но теперь я уже знаю, что здесь, да как здесь, да и в целом. Ничего страшного. Пара матери и то была для меня как-то менее страшнее. Хотя, по сути, эффект такой же. Хилочка. Конечно, мне повезло. Мне повезло то, что он несколько ударов был отвлеченный. И все просто здоровски. Так что погнали! Смерть драконам! По сути, динозавры — это тоже некая разновидность драконов, если уж на то пошло. По сути, ящерицы эти и те, как бы, если так подумать, смерть драконам — это означает смерть динозаврам, да? Как бы, ну а я сам-то на динозавре. Интересно. Но, тем самым, все равно, смерть драконам. Неплохо, неплохо, мне нравится. Самое главное, я заберу свой телепорт, черт побери. Оу, oh, yeah. Где же мой телепорт-то здесь только? Я уже не помню. Да. Все просто здорово. Да ладно тебе, хорош срать уже. Как у вас кишки потом не болят, а? Я бы столько срал, я бы... У меня просто бы кишки бы наизнанку вывернулись. Все, хватит уже. Отлично. Он сразу же лут подобрался, на том хорошо. Где-то здесь или не здесь? Хм. Но это не мой телепорт. Мой за камешком был замученный такой. Или где-то там, в зале. Хм. Ну ладно. Потом найду. В общем, не получилось притомить дракона. И я, кстати, не знаю почему, но на сайте разработчиков, ой, написано было Доминус. По сути, как-то можно приручить, наверное. Но, судя по всему, все-таки нет. Торпора у него нету. А это означает, есть только с руки. Я бы не рисканул с руки тебя томить, если честно. Пишите вы свое мнение об этом всем, так как от разработчика ничего нету. Ну а я с вами буду, пожалуй, на этом прощаться. Вот такие вот были приключения. Эх, суицидник полетел. Вот такие были приключения в плане борьбы с врагами. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Ну там типа подписка, лайк, все дела, короче. Не забываем об этом, потому что тоже это нужно. Всем пока!